Здравствуйте! В конце августа 2011 года завершился пасторский визит в страны Европы архиепископа Марка, руководителя управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям. Вместе с владыкой программа «Крест над Европой» побывала в Венгрии, Австрии и Чехии. Православный Успенский собор в Будапеште. Владыка Марк возглавил здесь богослужение 20 августа. Это один из самых знаменательных дней в истории Венгрии. В этот день здесь вспоминают короля Стефана, который, подобно нашему равноапостольному князю Владимиру, насадил христианство среди своего народа. И благодаря этому на венгерской земле появился народ, просвещенный народ. На венгерской земле появились великолепные храмы, дворцы, богатая культура. Еще раз поздравляю вас всех с праздником Святого Иштвана и желаю, чтобы этот праздник, государственный праздник Венгрии, оставался бы не только праздником венгерской государственности, но оставался бы праздником, в котором мы не забывали разглядеть самое главное – желание хранить христианские ценности, наше общее христианское наследие. Святой Стефан почитается православной церковью. Он жил до раскола церквей и много потрудился для становления христианства на этой земле. Среди прихожан и клириков венгерской епархии Русской Православной Церкви немало венгров. Это и священник Варнава Шипаш, он настоятель Троицкого храма в городе Дебрецене, и клирик Успенского собора Будапешта Кирилл Татарко. У нас всегда большая радость, когда архиерей приезжает. Наш правящий архиерей, архиепископ Егорьевский Марк, он замечательный архиерей и очень хороший человек. С первого момента у нас к нему появилась большая любовь и уважение. И я уверен, что он к своему высокому служению здесь, в Венгрии, тоже очень ответственно относится и очень любит служить в Венгрии. У нас каждый год праздник Святого Стефана проходит так, что в нем участвуют не только венгры, не только венгерские священники, но к нам кто-то в каждом году приезжает из Украины, из Словакии. Вот в этом году был румынский архиерей. В кафедральном соборе Будапешта действуют два прихода. Первый, Успенский, состоит по преимуществу из коренных жителей Венгрии, а Троицкий приход считается русским. В нем, помимо регулярных богослужений по старому стилю на церковно-славянском языке, ведется большая деятельность по популяризации русской православной культуры на венгерской земле. Мы приглашаем хоры из России, мы приглашаем художников, приглашаем... В этом году впервые удалось сделать даже выставку икон. В этом году удалось впервые сделать неделю православных фильмов, что считаем очень важным, потому что надо знать, что вы, наши соотечественники в России, вы в любой момент можете пойти купить православную книгу, посмотреть православный фильм. Здесь, в Венгрии, невозможно купить православную литературу. Это очень трудная тема. Поэтому мы даже в приходе организовали библиотеку. При епархии есть библиотека православной литературы. Книги привозим из России, закупаем в монастырях. Люди чемоданами возят эти книги. В каждом году, когда кто-то едет в Москву или куда-то в Россию, мы всегда сопровождаем этого человека с просьбой: привези новые книги, которые вышли в России.
Из Будапешта владыка Марк отправился в Вену. В столице Австрии он возглавил божественную литургию в Свято-Николаевском соборе и встретился с его молодыми прихожанами. Очень многие молодые люди увлекаются тем, что не ходят в походы. У нас в храме есть одна семья, которая часто организовывает вот встречи, походные встречи на выходные или на праздники. Вот. Молодежь участвует там. Потом некоторые молодые люди, они участвуют вот в подготовке журнала или в подготовке вот новой православной газеты «Православная Австрия». Венский Свято-Николаевский собор был построен в конце XIX века. Это один из самых больших и красивых русских соборов в Европе. В результате двух мировых войн XX века богослужения в нем были прерваны. Они были возобновлены только в 1945 году. С этого времени в храме начинаются реставрационные работы. Сегодня собор полностью восстановлен, а его современные росписи и отреставрированный иконостас поражают всех приходящих сюда. Я очень рада тому, что смогла побывать и помолиться здесь. Мы узнали много интересного о создании этого удивительного собора и поражены его красотой. Этот храм, конечно, он уникален тем, что это в основном дар государства и семьи царской, русскому народу за границей. И здесь дар богатый. Вот обратите внимание на иконостас. Это кипарисовый, великолепнейшей работы иконостас. Художники Бруни и Харламов. Это школа Васнецова. Это написаны на металлических пластинах иконы, полностью отреставрированы вот сейчас во время этого нашего ремонта. И позолота восстановлена умелыми руками, кстати, российских наших мастеров. Вот. Я думаю, что такой иконостас – редкость сейчас найти. Посещают наш храм и русские, и белорусы, и украинцы, македонцы, сербы, австрийцы, болгары. У нас есть священник-голландец, священник-австриец, священник-серб. У нас диакон один американский подданный, один австриец и... Вот один русский, а один он выходец из Украины, но уже стал тоже австрийским гражданином. Так что все национальности, все слои общества. Завершающим местом архипастырского визита владыки Марка в этой поездке стал чешский город Карловы Вары. Здесь, на территории подворья Русской Православной Церкви, рядом с храмом святых первоверховных апостолов Петра и Павла, должно было состояться открытие памятника русскому священнику-миссионеру Николаю Рыжкову. Это был удивительный человек, светлый человек, человек с большими дарованиями, с большими талантами, который трудился и на благо Русской Православной Церкви и русских людей, и на благо православных чехов. Он старался укреплять православие чехов, поскольку был настоятелем храма и в Праге, и здесь, в Карловых Варах. Вскоре после начала Первой мировой войны священник Николай Рыжков был приговорен к смерти правительством Австро-Венгрии. Чудом он избежал смертной казни. Отец Николай провел в австрийской тюрьме 3 года и вернулся в Россию в 1917 году, когда там начинались революция и гражданская война. Вскоре он умер. Памятник, освящение которого совершили архиепископ Пражский, митрополит в чешских землях и Словакии Христофор и руководитель управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Марк, первый в Чехии, воздвигнутый в честь русского православного священника. Один из наших авторов, Сергей Бычков, замечательный человек, он великолепный мастер, и он очень верующий человек, и очень светлый человек. И я попросила его принять участие в проекте этого памятника. Он с удовольствием согласился, изучал все материалы, связанные с жизнью Николая Рыжкова. И так вот родился этот проект. Мы хотим, чтобы Карловы Вары были таким центром отдыха, культуры, не только
музыкальной или и тоже духовной. Ну а мне кажется, что с открытием этого образа это осуществляется. В Карловых Варах живет много русских. Мы их встречаем как наших гостей, некоторых встречают как своих братьев. Православные верующие возложили также цветы к памятнику российского императора Петра Великого. В 2011 году исполнилось 300 лет с момента его первого приезда в Карловы Вары. Именно Петру Первому принадлежит идея постройки здесь православного храма. Богослужение, литургия – это всегда праздник для верующего человека, тем более архиерейское богослужение. И, конечно же, я просто был очень рад видеть открытые, добрые лица, ясные глаза, рад видеть ту русскость, которая присутствует среди прихожан наших и Вены, и, конечно же, здесь, в Карловых Варах. Православие – это религия радости, религия света, религия любви. И именно такими мы видим наших прихожан, особенно в самые ответственные моменты, в праздничные моменты, когда совершается богослужение, когда люди приходят в храм и стараются показать Богу себя с лучшей стороны. Наш рассказ о пасторском визите архиепископа Марка в приходы Русской Православной Церкви Венгрии, Австрии и Чехии подошел к концу. Но наши программы о православии в Европе будут продолжены. В следующем выпуске мы приглашаем вас в Польшу, в Марфо-Мариинский монастырь на Святой горе Граборке. Всего вам доброго. Берегите друг друга.